Самарская область готова к выборам. Об этом на заключительном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году сообщил его председатель Павел Покровский. Уже на этой неделе, 8, 9, 10 сентября, по всей области откроют свои двери для избирателей 1751 избирательный участок. Следить за законностью и прозрачностью всего электорального процесса на каждом участке будут независимые общественные наблюдатели. Прошли обучение и получили направление на избирательный участки около 2000 независимых наблюдателей. Эксперты наблюдают высокий интерес молодежи к общественному наблюдению в избирательной кампании 2023 года. И основной костяк – это студенты юридических специальностей. Это деятельность по контролю за осуществлением избирательных процедур, а избирательные процедуры установлены законом, то очень важно, чтобы в ней участвовали именно юристы. И вот по тем эпизодам обучения, которые были по тренингам, я вижу, что это в основном студенты юридических специальностей. И это очень хорошо, потому что они смогут обратить внимание на вопросы, которые вытекают именно из содержания закона. А мы заинтересованы прежде всего в законности выборов, и тогда они будут легитимными, тогда цель наша общая будет достигнута. Наблюдать за избирательными процедурами в регионах будут и на федеральном уровне. Фото-видеоматериалы с избирательных участков Самарской области будут размещаться на портале Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Мы работаем именно на одной волне с нашими федеральными коллегами и на форуме сообщества, который буквально несколько дней назад закончил свою работу на территории Самарской области. Мы и достигли соглашения о том, что они будут каждый день, пятница, суббота, воскресенье этой недели с нами находиться на постоянной связи для того, чтобы мы понимали, как мы идем по отношению к другим субъектам. Это не соревнование, но мы должны в принципе осознавать, что Самарская область, она должна быть, ну, в передовиках по открытости, по прозрачности. В состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в этом году вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.